Всем привет, с вами Приен, и сегодня мы рассмотрим альтернативное действие такой артефактной эссенции, как пространственная рябь. Суть ее проста. Ее активное использование таково, что при ее использовании мы переносимся в какое-либо определенное место через 4 секунды. Собственно, это можно очень неплохо использовать для мифик плюсов, как мы можем увидеть абсолютно по всему видеоряду, который предложен моим подписчикам в ВК-группе. Честно говоря, я весьма удивился этому и расспросил его, сам ли ты это нашел по итогу или нашел где-то просто-напросто в интернетиках, на что последовал ответ «я придумал это сам». Ну, в принципе, это некоторые такие вещицы, которые раньше использовались, к примеру, с демоническими вратами Варлока. Но в текущий момент, используя пространственную рябь, это можно облегчить. Но вот только для таких скипов нужно все 5 пространственных рябей, чтобы были у участников группы. Сделать это в рандом-группе в теории невозможно. Навряд ли кто-то захочет таким заниматься. А вот если вы практикуетесь каким-либо микротурниром, турниром глобального масштаба, то почему бы и нет. То есть, если вы не особо получаете много разгона с какой-то азеритовой эссенцией, и в ваших интересах скипнуть трэш без дезрана, без траты БРов, то почему бы и нет. То есть, это весьма интересная вещица, которая стоит рассмотрения. В данном видеоряде предложено 5 подземелий для скипа каких-либо моментов. Это Аталбазар, это Вольная Гавань, это Золотая Жила, это Осада Барауса, ну а также Святилище Штормов небольшое с мостиком. Весьма интересно, весьма кайфово. Если у вас есть какие-то тоже идеи насчет использования пространственной ряби, то дайте знать об этом в комментариях. Быть может, они окажутся даже лучше, и может быть, они тоже будут достойны внимания. Ну а пока что как-то так. По ходу просмотра абсолютно всех этих коротких клипов я не думаю, что нужно объяснять, ради чего это делалось. И так, думаю, понятно. Если же нет, дайте знать об этом в комментариях. И я постараюсь более доступным, понятным языком абсолютно все объяснить и рассказать, как можно выиграть время, используя что-либо из этого. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого.